Зачастую одной из проблем того, что топливо не поступает в двигатель, карбюратор, может быть проблема просто в фильтре. Проблема в фильтре. Топливный фильтр, вот, он просто-напросто засоряется. Там, допустим, то ли бензин некачественный, то ли в баке у вас ржавчина, то ли еще что-то. То есть открываем на входе, на выходе, убираем фильтр, пытаемся запустить машину. Если после фильтра не идет ничего, значит просто меняем фильтр. Снимается он очень просто. Два вот таких вот кольца зажимочных. Откручиваем отверточкой и снимаем.